Ансамбль «Колорит» исполняет сюиту Георгия Свиридова «Время вперед». Единственный в округе ансамбль народных инструментов – достояние детской школы искусств номер 2 города Хотьково. В прошлом году он получил звание образцового. В музыкальном отделении школы сумели создать такую атмосферу, что уже закончив школу, выпускники продолжают в ней заниматься. Остаются даже сверх, то есть они, закончив 7 лет, они остаются на 8-й, на 9-й год. Особенно у нас, вот если оркестр посмотреть, дети уже давно учатся в институтах, но на оркестр, у нас оркестр по воскресеньям, то есть они как бы свободны, они все равно приезжают и музицируют, потому что, ну, это какая-то отдушина после вот нагрузок школьных, студенческих вообще, стрессов всей жизни, вот приехать и поиграть для себя музыку. У меня здесь училась мама. Сначала по классу баяна, она тоже поступала в училище. Потом я сюда поступила в 6 лет, и я отучилась здесь до 9 класса. И в 9 классе я закончила экстерном школу и поступила уже в 9 классе на первый курс. И, соответственно, в 19 лет я закончила колледж музыкальный Пушкинский и пришла сюда работать. Депутаты Совета городского округа посетили школу искусств и поздравили коллектив с Днем работника культуры. В школе преподают 27 человек. Два преподавателя музыкального отделения имеют звание заслуженных работников культуры. Искренне благодарю за работу, желаю новых творческих идей и побед, благодарных и талантливых воспитанников, вдохновения, здоровья вам, добра и любви. Представитель Совета Тихомирова. Я хочу... Татьяна Колганова, Михаил Кирсанов. Программа «События».